Здравствуйте, наши дорогие зрители! С вами Виталий Хомутов, и мы продолжаем знакомить вас с ответами на ваши вопросы в рубрике «Вопрос дня» Олегу Зубкову. И сегодня вопрос от нашей подписчицы Виолетты Косовой про обмен животными. Добрый день, Олег Алексеевич! Очень нравятся ваши ответы на вопросы. Всегда четко, по существу, экспертно. На официальной странице Большереченского зоопарка в соцсетях показали, как выглядит новый питомец, дальневосточный леопард. Трехлетний самец приехал в Омскую область из северного зоопарка Томской области. По данным портала госзакупок, на его приобретение потратили 180 тысяч рублей. Леопард по кличке Бриллиант, по словам сотрудников зоопарка, прекрасно себя чувствует. У питомца хороший аппетит, постепенно он осваивается на новом месте жительства и привыкает к своим соседкам, двум самкам по кличке Мира и Багира. Отметим, что дальневосточного питомца, который занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения, привезли к самкам для продолжения редкого рода. Олег Алексеевич, а какая вообще более распространенная практика между зоопарками? Покупка животных или обмен? Ответ. Здравствуйте, Виолетта. Чаще всего между зоопарками, особенно государственными, происходит обмен животными, либо бесплатная передача ценных краснокнижных животных по программам размножения. Конечно, возможная купля-продажа, особенно в современных условиях. Кстати, цена в 180 тысяч рублей за дальневосточного леопарда очень небольшая, особенно в том случае, если леопард действительно чистокровный и программный. Мы, несмотря на то, что являемся частным зоопарком, всегда с удовольствием идем на обмен животными с другими зоопарками. Но много и продаем животных. С уважением, Олег Алексеевич Зубков.